Английский язык, Rainbow English, 7 класс, 1 часть. Упражнение 3, степ 10, юнит 2. Дополните предложение, используйте правильные формы, стоящие вот у нас в скобках. Ты знаешь кого-то, кто был в Британии, может говорить, может про нее рассказать? Если у нас anybody, это все равно, что единственное число, поэтому have ставить нельзя, ставим has. Джон не рассказал нам про его планы. Already не ставим в отрицание. У нас отрицание в perfect, значит, ставим yet. И переводится еще. То есть еще не рассказал. Мой маленький братик никогда не плавал в море. Но он бы хотел это сделать. Has never означает, что перед нами present perfect. А если present perfect, ставим третью форму глагола. Это будет swam. Всем нравится такой ясный или чистый и свежий воздух. Воздух неисчисляемое существительное, поэтому артикль ни в коем случае ставить было нельзя. Оставляем без ничего. Я изучаю английский язык, потому что я надеюсь, он будет полезен мне. Понятное дело, что не бесполезен. То есть выбираем именно useful. Наш учитель обычно раздает наши тетради, когда начинаются уроки. Classes – это не классы, а это именно не комната, то есть это уроки. Фразовый глагол hand out – это раздавать. По смыслу только он бы и подошел. Hand in, если что, это было сдавать, то есть не оно. Где ты купил такой хороший словарь? Если он купил словарь, то значит книгу. А vocabulary означает запас слов, которые имеет каждый человек по определенному языку, или же в целом набор слов языка, то есть именно книжка бумажная – это только dictionary. Кто дал тебе этот милый маленький, этого милого маленького котенка? Perfect перед нами, мы это видим по has, поэтому нужна третья форма глагола дальше. Ставим given.